Необходимо почистить болгарский перец, вернее вынуть все внутренности. Друзья, я рад вас видеть на своем канале. Не забудьте подписаться. Это мы уже почистили весь болгарский перец. И сейчас нам необходимо его хорошо промыть. И так поступаем с каждым перцем. Фарш 400 грамм, рис 400 грамм, 3 луковицы, ну и сам болгарский перец, друзья. Также 3 яйца. Нарезаем лук. Это мы с вами готовим фарш. Лук выкладываем в фарш. Смотрите видео до конца, чтобы не пропустить все подробности. Лук нужно нарезать мелко. Разбиваем яйца. Приправа любая, которая вам понравится, соль, фарш укладываем внутрь болгарского перца, и так поступаем с каждым перцем. И готовый болгарский перец укладываем на дно казана, так как готовить будем в казане на костре, друзья. Это будет вкусно. Вы просто не представляете, как. Казан у нас уже нагрелся. Сверху картошки немного. Но можно готовить и без картошки. Картошки можно взять 2-3 головки средние, этого достаточно. Морковка натерта на мелкой терке, также одной морковки хватит. Помидоры нарезанные мелко. Также можно 1-2 помидора. Все, наливаем водички. Солим и закрываем крышкой, пока не закипит. Добавляем немного укропа для вкуса. И далее закрываем на полчаса. Все, друзья, как закипело, убираем крышку и на полчаса оставляем. Смотрите, как все кипит, а запах стоит обалденный. Немного базилика зеленого и фиолетового. Все, наше блюдо готово. Будем сейчас вместе с вами пробовать. Друзья, давайте пробовать наш перчик фаршированный. Так, мы его раскрываем. Давайте пробовать. Это идеально вкусно. Все, это бомба, ребята. Готовьте, рекомендую. Вам и всем вашим близким это понравится. Очень горячий, шедеврально вкусно. Что, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, балалайки, пишите комментарии. YouTube это очень нравится, а мне будет очень приятно. И приятного аппетита всем, кто сейчас ест. И, кстати, кто хочет это блюдо попробовать, но боится его приготовить, все реквизиты у меня под видео. Пишите на WhatsApp, и мы с вами решим проблему. Все. Приятного аппетита! О, очень вкусно!